Утро на курорте началось с минуты молчания. В сквере боевой славы молодежь Анапы приняла участие в акции, посвященной Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Зажженные свечи в руках участников, безмолвная память о страшной трагедии и невинных жертвах. Мне хочется склонить голову перед павшими защитниками, перед теплицей, которые падали. Об этом нельзя спокойно говорить, и мы не должны с этим мириться. Молодежь Анапы этой акции говорит решительное «нет» терроризму. Недавний пост сентябрь ассоциируется, конечно, с жертвами Беслана. Неспроста именно Беслан стал памятным днем, то есть трагедия в Беслане стала памятным днем всей борьбы с терроризмом. Потому что, наверное, это одна из таких трагедий, когда, действительно, правильно для меня сказали коллеги, убивать детей в праздничный день в школе, наверное, это последняя грань какая-то. Молодежные акции, памяти и митинги прошли и во всех сельских округах курорта. То, что в городе и по стране, уничтожение группировок террористов и в Кабардино-Балкарии, и в Дагестане, и в Ингушетии, и в Чечне, это видно. Это видно людям, это просто люди стали спокойнее, извините, терактов нету. Люди несут к мемориалам цветы, свечи и белых журавликов, символ мира, и мечтают, чтобы детям больше никогда не приходилось умирать от рук террористов.